Рыбы как символ Ивановской области. На региональном этапе всероссийского конкурса «Туристический сувенир» продукция, сделанная особыми ребятами из организации «Грани», завоевала первое место. Таких мягких рыбок ребята делают сами, по принципу конвейера. Один раскраивает, другой сшивает, третий набивает. Начинали мы с самой простой ситцевой рыбки. Примерно вот так они выглядели. Разноцветные ситцевые рыбки, которые стали пользоваться успехом. Потом, когда мы хотели придумать что-то новое для ребят, например, отрабатывать декоративные строчки, появились вот такие рыбки. На них декоративные строчки и верховая набойка. Потом появились рыбки с настроченными продольными полосками ситца. Вот такие нарядные разноцветные рыбки с поперечными и продольными полосками. А потом придумали уже реки рыбы, на которых с одной стороны кусочек карты Ивановской области с нашими реками. С другой стороны, традиции Ивановского края текстильного. В учебной квартире «Грани» всегда кипит работа. Одновременно в комнатах трудится 6 ребят. Здесь освоили несколько видов ручного творчества. Умеют ткать, шить, выжигать. Ребята с разным уровнем развития. Поэтому вот Юле потребовалось почти 7 месяцев, наверное, чтобы освоить ткачество. Но сейчас она это делает быстро. И даже мальчишек обгоняет, потому что она девушка быстрая у нас. Вот. Кто-то режет ножницами через месяц. Изготовление одной рыбки обходится ребятам примерно в 3 часа непрерывной работы. Каждый сувенир индивидуален. Дизайн придумывают сами. Тщательно выбирают лоскуточки ивановских ситцев. Видимо, рыбки обладают какой-то притягательной силой, потому что всем хочется их потрогать, и кому-то хочется приобрести как игрушку ребенку, как сувенир в подарок. Вот, например, реки рыбы – это и хороший подарок для гостей фестивалей, например. Экофестиваль «Мережка», на котором мы были. Там протекает река Мережка, впадает в Волгу, и люди, которые приехали на фестиваль, с удовольствием захотят купить такую рыбку на память. Или фестиваль «День леща» в Каменке. Или подарок рыбаку, или повесить на капитанском мостике, или подарить как креветческую подсказку ученику. В прошлом году организация «Грани» уже привезла приз с конкурса «Туристический сувенир». Тогда ребята представляли жюри кулинарные лопатки. Конкуренция в этот раз была невероятно высока. Свои сувениры представили 27 регионов страны. Общенациональный финал состоится в октябре в Нижнем Новгороде. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.